друзья, сегодня специально для вас, для ютубчиков, кто смотрит за мной именно здесь. Я снимаю вот такой вот штормец. В общем, сегодня у нас 9 баллов, в общем, ожидается 12 баллов в Норвежском море. У нас планы скоро поворачивать, через час скорость 3 узла. И волны достигают, ну, стабильно 8-9 метров сейчас, и порой бывает до 14-15 метров волны. Мы вот расходились еще с судном, да, где-то полтора часа назад. Тогда уже было, ну, не видно судно даже. Я снимаю с мостика, его не видно. Ну, у нас владелец попросил сфоткать, тоже с нашей компании, ребята. Вот, чтобы послать ему там на Facebook, хотел себе выложить. Вот, реально пропадает, там чуть настройка торчит. А судно-то не маленькое, оно тоже, как и мы. Но они, правда, полностью груженные. Тем не менее. Волны просто огромные. Больше тормозились, вот, 3 угла, скорость сбавлять придется. Плюс к этому, значит, ну, понижение, понятно, давление, температура низкая, скакануло, сегодня было минус 1, сейчас вот опять сейчас 0 градусов, как-то вот так вот у нас происходит. Во фьорды спрячемся, через часа 4 только, нам еще лагом придется идти, тут непонятно сколько. Сможем ли мы еще идти, это тоже не ясно, нормально, безопасно. Но тем не менее, что, настрой нормальный, позитивный, все сидят по каютам в большинстве, отдыхают, ну, мы меняемся. Капитан второй, я. Боевой готовности на дежурстве. Ну, как-то так вот, вкратце вам красоту показал. Лучше в такие шторма не попадать.